Всем привет! Всем привет! Сегодня мы с вами будем разговаривать о выносливости. О выносливости как физическом качестве, что это такое, и, собственно, какие тренировки способствуют повышению выносливости. Жду вас всех в эфире. Итак, такое физическое качество, как выносливость. Очень часто мы, начиная заниматься физической активностью, особенно если мы занимаемся силовыми нагрузками, если мы занимаемся в тренажерном зале, мы упускаем такую важную часть, как тренировки на развитие выносливости. На самом деле выносливость – это не что иное, как развитие сердечно-сосудистой системы. И, естественно, тренировка сердечно-сосудистой системы имеет очень важную роль, и в конце концов никакая физическая нагрузка и никакие физические упражнения не будут прогрессировать, если параллельно не заниматься сердечно-сосудистой системой. Ну и, конечно, это связано прежде всего со здоровьем, потому что это очень важно. Когда мы занимаемся физической нагрузкой, особенно если это, повторюсь, да, тяжелые упражнения физические, конечно, от того, как работает наше сердце, от того, как работают наши сосуды, будет зависеть не только общее самочувствие, будут зависеть показатели здоровья всего организма. И понятно, что если вдруг вы начинаете ощущать, что прогулка в течение там, 10 минут быстрым шагом или подъем по лестнице вызывает у вас одышку, вам становится тяжело, это первый повод, первый звоночек к тому, чтобы обратиться к тренировкам сердечно-сосудистой системы и переключить или добавить свои тренировки, обязательно упражнения на выносливость. Ну или, возможно, какой-то вид активности, который повышает выносливость. Итак, выносливость может быть бытовой. В частности, допустим, вам необходимо выполнить какое-то действие в течение длительного промежутка времени. И это не обязательно прыжки, это не обязательно какие-то кувырочки, это не обязательно сложные упражнения, это может быть просто повседневная жизнь. Там вам нужно, допустим, по работе подниматься высоко по лестнице, да, в течение дня, или вам нужно долго гулять с коляской, ну и так далее. То есть в любом случае в жизни это то качество, которое необходимо развивать для того, чтобы поддерживать и здоровый уровень вашего здоровья у организма, ну и, соответственно, развивать его для того, чтобы общее физическое ваше состояние было удовлетворительным или даже очень-очень хорошим. Так, мы ждем еще всех, кто к нам присоединяется. Итак, я хочу технически сначала вам рассказать, что такое выносливость и каким образом мы это качество развиваем. Под выносливостью понимается способность работать, не утомляясь, и противостоять утомлению. Это важный момент. Мы противостоим утомлению, которое возникает в процессе выполнения работы. Выносливость проявляется в двух основных формах. Это продолжительность работы на заданном уровне мощности до появления первых признаков выраженного утомления. А также выносливость проявляется в скорости снижения работоспособности при наступлении утомления. Поскольку выносливость является многофункциональным свойством человеческого организма,
то она интегрирует в себе большое количество разнообразных процессов, которые происходят на разных уровнях. Всем здравствуйте. От клеточного до целого организма. Однако, как показывают результаты современных научных исследований, в большинстве случаев ведущая роль в проявлениях выносливости принадлежит факторам энергетического обмена. Что это значит? Это значит, что длительные тренировки на выносливость в постоянном темпе вызывают эпигенетические изменения в мышечных клетках. Что это значит? Это значит, что в свою очередь проявляется улучшение метаболизма, и что в свою очередь приводит к тому, что быстрее и правильнее усваиваются углеводы. Если говорить простым языком, там я сейчас вам зачитала информацию, то длительные тренировки на выносливость, они способствуют снижению веса. То, что, собственно, мы с вами всегда хотим, и то, что у нас, ну, у большинства, да, которые начинают, людей, которые начинают заниматься, здравствуйте, конечно, это выходит на первый план, но это не обязательно. На самом деле, выносливый человек, это не значит, что он очень худенький или он умеет там бегать марафоны. Выносливость бытовая, она тренируется, и это не всегда связано со снижением веса. Поэтому думать, даже если вы занимаетесь бегом, коснусь этого чуть попозже, то это не значит, что вы будете прям, ну нельзя же худеть бесконечно, да? То есть в какой-то момент организм найдет баланс, и, собственно, все, вы будете в этом состоянии жить, все будет хорошо. Всем привет! Всем привет! Напомню, что сегодня мы с вами говорим о выносливости. Я жду ваших вопросиков по тренировкам на выносливость, по, может быть, каким-то состояниям. Все, что касается тренировок на выносливость, это у нас круговые тренировки, это у нас тренировки длительного действия, когда мы выполняем монотонные какие-то действия длительное время, тренировки в статическом режиме и так далее. Итак, виды выносливости. Повторюсь еще раз, значит, две основных формы проявления выносливости. Продолжительность работы на заднем уровне мощности до появления первых признаков выраженного утомления. И второе, скорость снижения работоспособности при наступлении утомления. Виды выносливости. Какие они бывают? Бывает общая выносливость и бывает специальная выносливость. Общая выносливость – это способность организма к продолжительному выполнению с высокой эффективностью любой работы. Понятно, что этому не обязательно будет бег, это не обязательно будут прыжки, это может быть просто какие-то повторяющиеся действия, требующие энергетических затрат организма. Естественно, когда мы говорим о выполнении любой работы, здесь имеется в виду, когда вовлечено большое количество, тратится большое количество энергии, соответственно, вовлечены несколько мышечных групп. Ну и, естественно, такие упражнения, такая деятельность, она подразумевает серьезную нагрузку и серьезную работу сердечно-сосудистой системы. Второй вид – это специальная выносливость. Специальная выносливость – это способность к длительному перенесению нагрузок, которая характерна для конкретного вида деятельности. Способность не только бороться с утомлением, но и выполнять поставленную задачу наиболее эффективно в условиях строго ограниченной дистанции или определенного времени. Специальная выносливость, в свою очередь, делится на два вида. Скоростная и скоростно-силовая выносливость и силовая выносливость и координационная. То есть, в принципе, их можно сказать, что четыре, да, четыре маленьких вида, на которые мы можем разделить специальную выносливость. Я жду ваши вопросики. Специализация закончится скоро, я буду разговаривать на общие темы и с удовольствием с вами побеседую о тех вопросах, которые интересуют вас в рамках вот тренировок на выносливость. Итак, специальная выносливость разделяется на скоростная выносливость. Это выносливость, которая характеризуется способностью человека в течение длительного времени выполнять быстрые движения без утомления и без нарушения техники. Скоростно-силовая выносливость характеризуется выполнением действий высокой активности силового характера в течение длительного времени. Координационная выносливость – неоднократное повторение сложных технических и тактических действий. И силовая выносливость
она указывает на мышечную способность выполнять тяжелые упражнения в течение длительного времени без видимых технических нарушений, то есть с правильной техникой выполнения. Такой вид выносливости, как силовая, да, последний, он показывает способность мышц к повторному сокращению через минимальный отрезок времени. Силовая выносливость, в свою очередь, имеет два типа. Это динамическая и статическая. Динамическая силовая выносливость характеризуется выполнением тяжелых мышечных упражнений в относительно небыстром темпе, но достаточно продолжительное время. Статическая выносливость позволяет поддерживать мышечные напряжения достаточно долгий период времени без изменения позы. То есть это напряжение в статике. Ну, как пример, там, удержание ноги, например, да, или удержание уголочка в висе, или удержание какого-то статического, там, допустим, мы подтянулись и в этом положении удерживаемся, да, под весом собственного тела длительное время. Ну, естественно, выносливость обеспечивается повышенными функциональными возможностями организма. Конечно, выносливость – это не только физическое состояние организма, поскольку сердечно-сосудистая система очень связана со всеми системами организма, с дыхательной системой и, конечно, с центральной нервной системой. Поэтому, когда мы тренируем выносливость, мы тренируем не только сердце, мы тренируем еще и мозг, и мы тренируем центральную нервную систему. Конечно, тренировки на развитие выносливости у нас помогают нам, ну, во-первых, держать в функциональном состоянии мозг, во-вторых, поддерживать эмоциональный уровень и свое физическое состояние. Когда у нас хорошее физическое состояние, мы начинаем, естественно, ощущать это и на эмоциональном уровне тоже. Конечно, только тренировки на выносливость подходят не каждому. Так же, как не каждому подходит, допустим, только силовой тренинг или только аэробный тренинг. Здесь надо понимать, что выносливость определяется многими факторами, и, конечно, выносливость – это не только аэробная, она бывает и анаэробная тоже, да, когда мы делаем силовые упражнения. То есть для того, чтобы повышать выносливость, не надо только бегать. Это много упражнений, многофункциональный такой подход к организму, и выносливость – это понятие достаточно общее. Это понятие, на мой взгляд, больше связано, наверное, с здоровьем и функциональностью организма. Но это то, без чего совсем никак нельзя. Всем привет, кто к нам еще раз присоединился. Всем привет. Напоминаю, что сегодня мы разговариваем о таком физическом качестве, как выносливость. И будем разговаривать об упражнениях и о программах, которые развивают выносливость. Если у вас есть вопросики, любые, касающиеся этой темы, пожалуйста, задавайте, с удовольствием с вами пообщаюсь. Итак, аэробная и анаэробная выносливость. Аэробная – способность выполнять нагрузку в аэробном режиме, анаэробная – способность выполнять нагрузку в анаэробном, максимально тренировочном режиме, связана с функцией мышц буферизировать молочную кислоту. На этом техническую часть закончу, если вопросов по ней нет. И мы с вами поговорим о том, какие же тренировки развивают выносливость, зачем нам это нужно, и как эти тренировки можно сочетать между собой, а также с остальными тренировками, силовыми или групповыми, аэробными, растяжкой и так далее. Конечно, тренировки на выносливость – это прежде всего наше желание заниматься физической активностью. И делятся они также на несколько видов. Есть циклические аэробные тренировки. Расскажу, что это такое. Циклические аэробные тренировки – это тренировки, при которых речь идет о выполнении какого-либо повторяющегося движения в течение определенного интервала времени, то есть цикла. Привет-привет! И стоит отметить, что целью любых упражнений на выносливость будет достижение определенной частоты пульса и удержание этой частоты пульса в течение длительного времени, в течение, собственно, времени вашей тренировки. Это может быть час, там, 40 минут и так далее, смотря какая стоит цель и какое качество вы развиваете. В качестве примера можно привести ходьбу на дорожке, бег, работу на эллиптическом тренажере или вообще любую работу на каком-либо кардиооборудовании. То есть наша цель – адаптировать организм нагрузки таким образом, чтобы мы с вами могли в течение, допустим, 40 минут идти
ну, пускай это эллиптический тренажер, да, выполнять движение на эллиптическом тренажере с определенной частотой, под определенной нагрузкой, и при этом поддерживать определенный пульс. Если пульс ваш повышается до 80-90% от максимального, это значит, что у вас низкая выносливость, и вам необходимо адаптироваться, то есть эту нагрузку нужно снизить и выполнять тренировку на меньшей интенсивности для того, чтобы пульс не поднимался очень высоко. То есть постоянно работать на очень высоком пульсе – это неправильно. И опять же, мы сейчас говорим о фитнесе, не о спорте. И, конечно, следить за пульсовым режимом – это очень важно, поскольку все-таки мы говорим о здоровье, во-первых. Во-вторых, выносливость – это не данная величина, которая дается при рождении, вот она у вас есть. Что-то, конечно, дается, какой-то процент. Но ее нужно развивать. И если вдруг мы понимаем, что не хватает, ну, не хватает сил, да, не хватает… Вот кто-то бегает по дорожке полтора часа, ничего не происходит. А вы, допустим, начали бегать. Особенно это бывает у людей, которые длительное время не занимались, да, после перерыва, либо со сменой нагрузки. То есть вы все время ездили на велосипеде, теперь пришли в тренажерный зал и чувствуете, что, допустим, отжимаетесь 10 раз и все. То есть у вас может быть два варианта. Может быть, мышечной силы еще хватает, допустим, а дыхание сбивается, и вы понимаете, что нет, значит, сердечно-сосудистая система не готова. Если вы понимаете, что будто по дыханию все нормально, а сил не хватает, значит, все хорошо. Значит, мы просто работаем в анаэробном режиме и каждый раз прибавляем там количество повторений, увеличиваем количество подходов и так далее, и работаем постепенно над тем, чтобы за, допустим, промежуток времени выполнять большее количество раз, либо за промежуток времени выполнять количество повторений с большим весом, ну и тут уже какие у нас есть цели. Всем привет, кто присоединился. Очень рада вас видеть. Приглашаю вас на общение. Пожалуйста, задавайте вопросики. Говорим сегодня о выносливости, о тренировках, которые повышают выносливость. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, бег, все, что смогу, отвечу. Все, что не смогу ответить сейчас, возможно, отвечу потом в общении. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросики. Итак, мы рассмотрели циклические аэробные тренировки. Если вы только начинаете тренироваться, я рекомендую начинать с 20-минутных занятий с пульсом 50-60 от максимального. Максимальный пульс определяется по формуле 220 минус возраст. Это самая простая формула, да, для того, чтобы начать тренировки, примерно определить вот эту пульсовую зону, это вполне достаточно. Постепенно, по мере того, как вы привыкаете к занятиям, продолжительность и интенсивность тренировки можно увеличивать. То есть интенсивность увеличивается двумя способами. Либо вы увеличиваете время, допустим, вы ходили 20 минут, там через 2 недели на определенном пульсе 50-60% от максимального. Через 2 недели вы уже понимаете, что этой нагрузки мало, вы начинаете ходить 30 минут, потом 40 минут. Если вы уже ходите час, значит, уже можно увеличивать именно интенсивность в плане, там, допустим, скоростных характеристик. То есть вы можете увеличить скорость. Если это эллиптический тренажер, можно увеличить, здравствуйте, можно увеличить сопротивление, да, то есть вы ходили, допустим, на единичке, потом на двоечке, потом на троечке. Но это должно быть постепенно, и при этом вы контролируете просто пульс. Чтобы, допустим, вы ходите 20 минут, чтобы 20 минут у вас примерно пульсовая зона была одинаковой, да, там 50-60%, ну, в таком вот небольшом коридорчике, чтобы она держалась. Понимаете, что вам это легко, либо увеличивать скорость, либо увеличивать сопротивление. Но обязательно постепенно. Если вы вдруг резко после эллиптического тренажера там, или после хождения по беговой дорожке начали бегать, и понимаете, что вы пробежали там 2-3 минуты, все хорошо, то есть пульс сначала чуть поднялся, потом стабилизировался, значит, вы готовы к этой нагрузке. Но если вы начинаете бегать, и у вас пульс резко поднимается там до 80-90% от максимального и не опускается потом в течение минуты-двух, даже меньше, да, там несколько десятки секунд, значит, вы к этой нагрузке не готовы. И если у вас нет цели такой стрессовой нагрузки, то, скорее всего, просто нужно либо снизить скорость бега, либо начинать бегать потихонечку. Вообще, я бы советовала начинать бегать интервально, когда вы, ну, если хочется бегать, но не знаете как, да, значит, мы ходим, мы подготавливаем организм, понимаете, что готовы, пробегите какой-то, не знаю, 30 секунд,
легким бегом последите за пульсовой зоной. 30 секунд пробежали, опять дорожку притормозили, да, и идем пешком. Пешком лучше идти в два раза больше, чем вы бежали. То есть минуту идем пешком. Опять 30 секунд пробежали, 2 минуты идем пешком. 30 секунд пробежали, 3 минуты идем пешком. Вот таким образом вы постепенно увеличиваете интенсивность кардионагрузки в данном случае. И подготавливаете себя к тому, что уже там через недельку, через две вы сможете, допустим, минуту пробежать, 2 минуты пешком и так далее. Ну и так вы дойдете до того количества, которое вы хотите. Там 10 минут пробегать, 30 минут побегать и так далее. Конечно, тут еще есть фактор. Ну, бег — это вообще такая сложная история, особенно если это связано со снижением веса. Почему проблема всегда при похудении, что мы не можем ни клиентам давать бег, да, ни сами бегать, потому что излишний вес, он дает большую нагрузку на суставы и связки. И с одной стороны, нам нужна кардионагрузка для снижения веса, а с другой стороны, лишний вес дает нагрузку на колени и голеностопы, да, в случае бега на позвоночник, и это опасно. То есть организм не очень готов. Поэтому вот здесь как раз лучше длительное кардио с минимальной нагрузкой на позвоночник. Это вот либо ходьба, либо эллиптический тренажер, который убирает, да, нагрузку, нет ударной нагрузки на позвоночник. И постепенно подготавливать к себя к бегу. Когда вы бегаете, у вас не должны болеть колени, у вас не должны болеть голеностопы. Конечно, да, мышечная боль присутствует, усталость, но эта боль такая хорошая. Вот, если начинают болеть связки, если болят колени, и даже во время бега бывает, да, вот не надо продолжать, нужно остановиться, нужно перейти на ходьбу. То есть очень опасно при, допустим, беговых нагрузках, если вы чувствуете боль, вы думаете, ну сейчас я чуть побегаю, оно пройдет. Вот такого делать лучше не надо, потому что на самом деле такие эксперименты могут привести впоследствии к серьезным травмам коленей. И, ну, бегуны знают, что это такая история, от которой можно долго потом и лечиться, и лучше не доводить до этого. Поэтому любые некомфортные ощущения при беге, даже при быстрой ходьбе, при любой вот кардионагрузке, которую вы испытываете, это может быть велосипед, точно так же, да, идет нагрузка на колени, если позвоночник, спина, то есть организм должен быть готов. Все-таки кардионагрузка, если это не ходьба, если это какой-то другой вид, она, конечно, подразумевает все-таки некую подготовку особую организма именно к этому виду деятельности. Итак, далее. Ну, раз уж рассказала про бег, конечно, бег — это самый доступный вид активности. И еще раз хочу уточнить, что в ряде случаев, очень часто, он может больше навредить, чем принести пользы. Поэтому очень аккуратно, суставы, связки, сердечно-сосудистая система, за всем следим, и нагрузку, и к любой нагрузке мы привыкаем постепенно. Еще раз здравствуйте, кто к нам присоединяется. Я прошу прощения, немножко гаснет экран, но все поправляю, все вроде нормально. Пожалуйста, задавайте вопросики по тренировкам, которые направлены на повышение выносливости, на выносливость организма. Итак, круговая тренировка. Что это такое? Круговая тренировка – это вариант тренировки для тех, кто не любит монотонную работу, не любит долго бегать, не любит ходить долго по дорожке, ехать на велосипеде. Круговая тренировка включает выполнение 3-6 кругов, состоящих из 6-15 упражнений. По-разному это может быть, различные варианты упражнений, они могут быть тяжелые, это может быть тяжелые веса. Единственное, конечно, в круговую тренировку включаются, как правило, либо функциональные упражнения, которые выполняются собственным весом, либо упражнения с весом, не превышающим 50-60% от максимального веса, который вы можете поднять или выжить там, да, в этом упражнении. Поскольку все-таки силовая тренировка направлена больше на выносливость, а не на развитие силовых качеств, то здесь самое главное – это выдержать темп. Как правило, очень маленький перерыв между подходами, между упражнениями. И второе – это выдержать количество повторений, которое у вас запланировано на данную тренировку. То есть составляется программа, где четкие, ну, я говорю сейчас о тренажерном зале или о функциональной тренировке, да, четкое количество подходов, количество повторений. Ну, например, вы выполняете там 15 отжиманий, 15 складок,
15 приседаний, 15 бёрпи. Это 4 упражнения, да, и 15 выпрыгиваний из приседа. 5 упражнений. Функциональная тренировка, да, направленная на повышение силовой выносливости, поскольку упражнения сочетаются силовые и функциональные. Вот вы выполняете этот круг, потом отдыхаете, допустим, минуту, и приступаете к следующему. Таких кругов может быть от 3 до 5, но в зависимости, какие у вас цели. Круговая табата, да, тоже шикарно. В чем вопрос? Вот. Если это тренажерный зал, то это могут быть, допустим, упражнения, которые, ну, в основном, конечно, в круговой тренировке стараются использовать либо собственный вес, либо упражнения в тренажерах. Очень редко используют свободные веса, поскольку все-таки техника выполнения упражнений достаточно должна быть легкая и, ну, хорошо освоена. Если вы делаете тягу гантели одной рукой, для вас это упражнение привычное, то, конечно, его можно включить в круговую тренировку, потому что оно не делается таким максимальным весом. Но такие упражнения, как жим лежа, допустим, тяжелым весом, или приседания в свободном, да, со штангой на плечах, конечно, в круговую тренировку лучше не вносить. Да, это одно и то же. Вот. Лучше не вносить, потому что все-таки при круговой тренировке достаточно быстро наступает утомление, и, в принципе, наша задача на утомленном, когда организм утомлен, да, продолжать вот эту работу. Поэтому здесь техника выполнения упражнений должна быть очень хорошо знакома. И именно по этой причине очень часто в тренажерном зале, в круговой тренировке как раз используют именно тренажеры, да, то есть оборудование, где изолированно вы выполняете движение, вы садитесь, вы не можете сделать неправильно, потому что все уже выстроено за вас. Ну, и если все-таки необходимо добавлять свободные веса любят добавлять, потому что все-таки функциональная нагрузка, она требует максимальных затрат энергии, да, поскольку, конечно, у нас задача круговой тренировки истратить максимальное количество энергии, то, конечно, да. Но в этом случае, допустим, можно добавлять приседания с бодибаром, можно добавлять отжимания от пола собственным весом, а не штангу жать, да, либо там гантели жать. Вот. Если это подтягивание, шикарно. Если подтягиваться не умеем, то мы используем гравитрон. Но как пример круговой тренировки в тренажерном зале, ну, так вот навскидку могу сказать упражнение. Например, да, гиперэкстензия. Причем в круговой тренировке можно гиперэкстензию делать без веса, можно собственным весом, главное, чтобы была правильная техника выполнения упражнений. Она выполняется в технике экстензии, когда нет переразгибания, когда у вас до прямого положения вы поднимаетесь. Допустим, ну, все повторения порядка 12-15 повторений. Значит, гиперэкстензия, поднимание ног, допустим, в висе, либо лежа на скамье, поднимаем согнутые ножки. Дальше это у нас, ну, в качестве разминки, да, мышцы-стабилизаторы, спина и пресс. Далее упражнения на ноги. Что можно? Можно жим ногами, если легкий тренажер, не требующий большого. В круговой тренировке очень важно еще, чтобы вы не тратили время на то, чтобы оснастить тренажер, чтобы, допустим, повесить диски, там, наладить его и так далее. Поэтому тренажеры со свободными весами очень сложно, если вы сделали все жим ногами, как вам нужно, вы сделали круг, кто-то уже подошел, все разобрал, вам надо сделать заново. Поэтому лучше, конечно, использовать, если это жим ногами, если он плиточный тренажер, вообще, в принципе, плиточный, да, тренажер, это всегда проще. Вам не нужно устанавливать вес, вы просто количество плиточек смотрите и устанавливаете вес легко и быстро. Тренажер готов к работе, только с этой же силой. Значит, это может быть жим ногами. Это может быть приседание с бодибаром, это может быть либо сгибание ног, сгибание ног сидя, или сгибание ног лежа, ну и, соответственно, разгибание ног. Женщинам не даю разгибание ног никогда, ну, если только есть какая-то необходимость, там, колени или что-то, ну, специфическое. Вот, поскольку у них передние бедра работают и так везде. Это могут быть выпады с гантелями, шикарное упражнение, оно многосуставное, оно требует большого количества энергии, его выполнять тяжело, сложно, техника там достаточно простая, если вы его умеете выполнять. Значит, пару упражнений на ноги. Дальше спина – это подтягивание в гравитроне, либо это тяга сверху широким хватом и горизонтальная тяга. Либо горизонтальная тяга на блоке, либо тяга гантели одной рукой. Ну, если вы умеете хорошо делать тягу в наклоне, да, но я бы не советовала, потому что все-таки это уже такое достаточно сложное упражнение, чтобы его вот так вот на бегу делать, поэтому, в общем, тяга гантели одной рукой достаточно хорошо. Горизонтальная тяга, если есть горизонтальная тяга с упором, то вообще шикарно. Дальше, либо отжимания, либо жим сидя в тренажере на грудь,
одно упражнение на трицепс, одно на бицепс. На бицепс можно поочередное поднимание гантелей. На трицепс, как правило, это либо разгибание на блоке, либо жим гантелей из-за головы. Ну, либо в тренажере. Есть тренажер, когда вы ставите ручки, да, и разгибаем. Вот, ну вот примерно. Можно добавить упражнение на плечики, там жим сидя, допустим, вверх, да, на среднюю дельту. Здравствуйте. Вот, и вот таким образом, то есть у нас получается от 8 до 12 я обычно даю, но вот рекомендуют, можно до 15 упражнений. И эти упражнения выполняются практически без отдыха. 12-15 повторений. Да, еще на ноги можно добавить, допустим, сведение-разведение. Но опять же, если это необходимо. Привет-привет. Значит, мы выполняем эти упражнения. 12-15 повторений. Практически отдыхаем мы очень мало. Нам нужно восстановить дыхание и продолжать дальше выполнять упражнения. Между кругами можно отдохнуть. Отдых 1-2 минуты. И выполнять следующий круг. Как правило, если это тренажерный зал, то это 2-3 круга. Три круга, если вы выполняете, если понимаете, что вам не хватает, то есть выносливость уже высокая, вы не утомляетесь, как можно увеличить количество повторений, количество упражнений, но больше 10-12, там 15 нет. Можно сократить время отдыха между кругами. И второй способ, можно добавить во время перерыва между кругами кардионагрузку. То есть это прям высший пилотаж. И между кругами вы можете ходить по дорожке, вы можете бегать по дорожке в легком режиме, смотря какая у вас действительно выносливость. А многие еще используют элементы бокса. То есть между... Ну, боксеры, как правило, так тренируются, или те, кто занимается, да, единоборствами, между кругами они, допустим, бьют грушу. Но это прям очень тяжело. Вот, это вот пример круговой тренировки, которая пример круговой тренировки, которая повышает выносливость, улучшает работу сердечно-сосудистой системы именно в тренажерном зале. В принципе, в любом... Привет, привет! Ребята, я напоминаю, что я жду ваши вопросики. Все, что касается выносливости, все, что касается тренировок на развитие сердечно-сосудистой системы, если есть вопросы, пожалуйста, у нас еще есть времечко, я с удовольствием отвечу. Итак, мы рассмотрели с вами круговую тренировку в тренажерном зале. Мы рассмотрели интервальную, циклическую тренировку и круговую тренировку в тренажерном зале. Что может быть еще? Еще один вид тренировок, который способствует увеличению и развитию выносливости, это высокоинтенсивная интервальная тренировка. Это третий способ. Он идеален для тех, кто ограничен во времени, требует определенной подготовленности, точно не подойдет новичкам. Естественно, высокоинтенсивный интервальный тренинг – это тренинг строго для подготовленных. Мало того, что должна быть подготовлена сердечно-сосудистая система, должна быть строго выдержана и строго очень хорошо освоена техника выполнения упражнений. Леночка, привет! Высокоинтенсивный интервальный тренинг может практиковаться у людей со средним и высоким уровнем подготовки. Смысл заключается в чередовании интервалов работы с высокой и низкой интенсивностью. Подбирается в зависимости от цели занятия. Например, можем рассмотреть тренировку, которая состоит из 10 циклов. Интервал высокой интенсивности – минута, низкой – 2 минуты. Вот то, что я вам говорила, когда про бег, да, мы разговаривали, как научиться бегать. Вот то, что я рассказывала, там 30 секунд бегаем, минуту идем, потом минуту бегаем, 2 минуты идем – это как раз интервальная тренировка. И если бег делать не легкий, а достаточно с большим пульсом, то это как раз полноценная, высокоинтенсивная интервальная тренировка. Вообще, на самом деле, интервальный тренинг мы в фитнесе редко используем именно на дорожке. Беговую интервальную тренировку для снижения веса. Хотя это один из самых эффективных способов как раз похудеть. Но, вернусь, уже чуть-чуть об этом говорила, когда нам нужно снизить вес, как правило, это излишний вес, и здесь мы не можем клиенту дать бег или сами там, да, бегать, потому что идет большая нагрузка на суставы и связки. То есть здесь получается противоречие. Вроде как нам нужно бегать для снижения веса, но мы не можем бегать, потому что у нас большой вес. И, к сожалению, это так. Поэтому, конечно, высокоинтенсивный интервальный
тренинг именно вот в кардио, да, нагрузки, мы можем использовать только если мы очень хорошо подготовлены. Если вы занимались легкой атлетикой, если вы долгое время занимались этими тренировками, конечно, мышечная память и подготовленность суставов и связок позволит вам достаточно быстро вернуться к этому. Это часто используют спортсмены. Да, потому что некогда бегать долго с таким средним пульсом, так скажем, да, или ну, в зоне пульса, там, ну, не знаю, порядка, там, если говорить цифрами, там, 100-120, но это так условно, потому что у каждого он разный, но именно в пульсовой зоне, которая позволяет снижать вес, и интервальный тренинг, он, ну, его больше хочется делать, во-первых, это интересней, ну, кстати, во-вторых, это меньше времени, то есть за полчаса вы можете, я когда начинаю интервально тренироваться, я 2 минуты бегу, 2 минуты хожу, несмотря на километраж, примерно это там, ну, 9-10 скорость бега и 6 скорость ходьбы. Ну, может, 5,5-6. Вот. И в таком режиме, в принципе, вам хватает 10-15 минут. Вот прям вот так. Вот. У вас получается шикарная тренировка. При этом можно увеличивать интенсивность очень просто. Вы просто увеличиваете скорость бега. И все. Не сокращая вот эти интервалы 2-2-2 минуты. Но кто как? Кто привык бегать, допустим, 5-5? Да, или 2 бегать, 4 ходить. Ну, здесь можно по-разному рассматривать, но, в принципе, если вы готовы к этому, если готовы суставы и связки, если нет противопоказаний, если все хорошо с позвоночником, и, опять же, сердечно-сосудистая система готова к тому, чтобы вы бегали, то, в принципе, вполне шикарно, попробуйте. Ну и, конечно, я не советую это использовать прямо для похудения, но для общего такого хорошего состояния, для восстановления выносливости, для повышения функциональности организма интервальные тренировки, вот такие именно на беговой дорожке, достаточно эффективная и очень действенная. Так, здравствуйте все, кто присоединился. Я напомню, что мы сегодня говорим о выносливости. Мы рассмотрели виды выносливости, которые есть. И сейчас мы рассмотрели две тренировки. В тренажерном зале круговая тренировка и тренировка циклическая. И сейчас мы говорим о высокоинтенсивной интервальной тренировке. Если есть какие-то вопросики, может быть, вы что-то пробовали, у вас не получилось. Может быть, есть у вас еще какие-то советы друг другу, как повысить выносливость. Напомню, что выносливость состоит не только из возможностей и выполнение каких-либо упражнений, это прежде всего сердечно-сосудистая система, это тренировка центральной нервной системы и это тренировка дыхательной системы. То есть, когда мы развиваем выносливость, мы развиваем ее в трех направлениях, и только когда эти все направления работают слаженно, наш организм функционально готов к нагрузке, он хорошо переносит нагрузку. Ну и, собственно, зачем нам это нужно? В жизни мы с вами можем выполнять различную работу, которая необходима длительно. Да? Подниматься по лестнице, бегать, гулять с ребенком, поднимать какие-то тяжести, не знаю, делать ремонт даже. Потому что на самом деле мы всегда ощущаем вот эту нехватку выносливости именно бытовой. Ну, это просто проще, и мы в жизни с этим постоянно сталкиваемся. Если мы понимаем, что раньше мы могли сбежать по лестнице там с 5-го этажа совершенно спокойно и подняться, что намного серьезней, и все хорошо. И вдруг мы понимаем, что на 3-м этаже нам приходится останавливаться, нам хочется посидеть, да, у нас не хватает дыхания. Это первый звоночек к тому, что надо заняться все-таки выносливостью. То есть надо начать выполнять какие-то упражнения, которые ваш организм вернут к хорошему физическому состоянию. Итак, еще раз. Высокоинтенсивная интервальная тренировка. Упражнения подбираем в зависимости от цели занятий. Например, можем рассматривать тренировку, которая состоит из 10 циклов. Интервал высокой интенсивности будет длиться минуту, низкой 2 минуты. Получим 30-минутную тренировку. Энергозатраты такого получасового занятия могут быть приравнены к часовому циклическому тренингу. И, естественно, еще раз скажу, что очень актуально для тех, кто хочет
снизить вес для тех, кто хочет, ну, подсушиться, да, если это, допустим, к лету подготовиться. Ну и, естественно, высокоинтенсивная интервальная тренировка – это самый сложный вид тренировки, который направлен на повышение выносливости. И уже сама эта тренировка требует определенного уровня вашей выносливости. То есть ваш организм должен к такой тренировке быть готов. Опять же, эту тренировку не обязательно делать очень интенсивную сразу. Конечно, можно эти перерывы, во-первых, сделать чуть дольше, да, не минуту-две, а побольше. А во-вторых, не обязательно сочетать бег и ходьбу. Можно вполне сочетать быструю ходьбу и медленную ходьбу. Можно сочетать, допустим, нагрузку на велотренажере. Вы крутите педали без сопротивления минуту в спокойном темпе. Дальше вы выставляете сопротивление выше, там, ну, да, смотря там как по состоянию суставов и связок. И, соответственно, можно увеличивать сопротивление, можно увеличивать темп. То есть либо вы увеличиваете скорость, либо вы увеличиваете сопротивление. То же самое с эллиптическим тренажером. Если мы говорим про дорожку, то же самое можно, не обязательно, если мы не увеличиваем скорость, можно увеличить сложность. Можно сделать больше угол наклона. Опять же, если это позволяют колени и если это позволяют голеностопы. Когда мы увеличиваем угол наклона полотна дорожки, сразу идет больше нагрузка на суставы и связки, особенно колени. Поэтому здесь нужно обязательно внимательно следить за своими впечатлениями, за своими ощущениями во время выполнения этого тренинга. Если все хорошо, конечно, да, женщины на самом деле очень любят такие тренировки, потому что когда мы идем в горку, во-первых, тяжело, во-вторых, за меньшее количество времени мы больше устаем, ну и в-третьих, работают ягодицы, здесь лишним не бывает. Итак, значит, есть еще один момент, о котором я хочу остановиться. Очень часто люди считают, что при тренировках на выносливость сгорают ваши мышцы. Ну вот сейчас мы говорили о силовой выносливости, и если вы поддерживаете таким образом, мышцы не то что не сгорают, вы даже можете... Привет-привет! Вы можете даже сформировать себе красивую мышечную массу без больших объемов. Именно вот такую, как мы любим. Чтобы были плечики, чтобы мышцы были функциональны. Потому что на самом деле мышцы... Ну, женщины редко любят, когда мышцы такие большие. Да, мы все любим рельеф, мы все любим быть гибкими, стройными, красивыми и, соответственно... иметь силы на то, чтобы выполнять различные движения, ну, естественно, и для жизни тоже. Поэтому, конечно, функциональное, красивое, стройное тело – это функциональный тренинг. А другое дело, что все зависит всегда от заготовки, от того, что мы имеем на старте. Если на старте мы имеем человека, который у нас никогда не занимался спортом, если в детстве не было такой вот интенсивной нагрузки, если не освоена техника выполнения упражнений и если есть лишний вес, тут, конечно, не до функциональности, тут сначала нужно организм готовить к работе. То есть большой период времени будет потрачен на то, чтобы освоить технику выполнения упражнений, на то, чтобы подготовить суставы и связки, на то, чтобы выучить там какие-то упражнения. Даже бегать и ходить правильно нужно научиться. И, собственно, мы работаем с нуля. Конечно, когда мы работаем с нуля во взрослом возрасте, это очень тяжело. И прогресс происходит не настолько быстро, насколько нам кажется. Когда мы видим, не смотрите никогда на людей, которые рядом с вами, с точки зрения, вот он может за 3 недели, и я тоже сделаю за 3 недели. Все зависит от того, может быть, человек, который за 3 недели восстановился, или начал бегать, или освоил технику, всю жизнь занимался танцами, или бегом, или... ну, чем угодно, там, фигурным катанием, гимнастикой. То есть у каждого свои исходные данные. С другой стороны, человек, может, всю жизнь занимался бегом, потом у него была травма колена, и он просто не может сейчас бегать. Или, допустим, после родов, если мы говорим о восстановлении, очень опасно сразу начинать бегать, прыгать, потому что достаточно сложно костная система, да, восстанавливается. И здесь нужно постепенно, здесь как раз больше подойдет пилатес, вот такие вот, да, постепенные нагрузки. И ни в коем случае, конечно, не надо бежать после беременности, худеть с помощью высокоинтенсивных интервальных тренировок. В первый год точно нет. Так, я жду ваши вопросики. Напоминаю, что мы сегодня с вами разговаривали о таком качестве, как выносливость. Мы рассмотрели 3 вида тренировок, направленных на повышение выносливости –
Мы рассмотрели физические качества, что это такое выносливость, какие бывают виды. Если есть по этому материалу какие-то вопросики, я с удовольствием отвечу. А также, если есть вопросы по вашим занятиям и вашим тренировкам. Напомню, что сегодня мы находимся на «Тренер рядом», и мы с вами, и мы будем доступны в записи. Мою лекцию можно будет потом посмотреть на сайте, также на страничке. И вы всегда можете уточнить какие-то вещи, послушать. Я надеюсь, что это было интересно. Вот, пожалуйста, машите ручками. Я жду ваши поцелуйчики и жду ваши вопросики. Как-то у нас меняется сегодня цвет экрана. Очень интересно все это наблюдать. Ну, вот так. Хорошо, что нет звуков, и мне кажется, что меня все-таки хорошо видно. Итак, что я хочу еще сказать. Если нет возможности заниматься в фитнес-клубе, если нет возможности где-то бегать интенсивно, да, заниматься с тренером, для того, чтобы поддерживать выносливость на необходимом функциональном уровне, вы можете заниматься дома. Это абсолютно не качество, которое нужно поддерживать в любом случае. И просто тренировки дома, когда вы поддерживаете физическую активность даже в виде ходьбы. Вот в момент, когда у нас была изоляция, да, и бегуны бедные не знали, что делать, бегали дома, даже там женщина какая-то пробежала марафон 21 километр, просто дома на месте. Поэтому вы должны понимать, что просто этим всегда надо заниматься. Кстати, как один из способов повышения выносливости, это когда, допустим, вы, вот те, кто занимается у нас, да, на тренере рядом, вы можете 2-3 тренировки делать подряд. Если вы понимаете, что вам мало нагрузки, если вы хотите развивать сердечно-сосудистую систему, вы понимаете, что надо еще, то вы можете сделать 2-3 тренировки подряд. Допустим, ну, они должны быть примерно в одном формате, либо они должны быть от силовой, потом танцевальная, какая-то аэробная, а потом, допустим, растяжка. Если это танцевальная, функциональная, сначала функциональная, потом ну, двигательная активность, которая не требует высокой концентрации. Если это танцевальная тренировка, требующая высокой концентрации, то пускай их будет 2-3. То есть, поскольку вы можете заниматься в записи, вы совершенно спокойно можете вот таким образом выстраивать себе нагрузку. Если вы находитесь дома или находитесь на отдыхе, у вас нет возможности, да, там куда-то выходить, заниматься специально, то вот это шикарный способ, как повысить свою выносливость вот в домашних условиях совершенно правильно и хорошо. Если во время тренировки кровь приливает к голове, это нормально? Во время какой тренировки? Если тренировка связана с тем, что вы наклоняетесь, да, и кровь приливает к голове во время того, что основное ваше тело находится выше головы, то это нормально. Если вы танцуете, находитесь в вертикальном положении, голова не опускается, то есть выше головы у вас нет ничего, допустим, то, кроме рук, то это ненормально. Это значит, ну, как правило, это говорит о повышенном давлении. Ну, здесь может быть все что угодно, лучше, конечно, провериться и посмотреть, что у вас с, вот именно с давлением, с сосудами. Потому что, ну, как сказать, ну, надо смотреть степень, да, этой проблемы. Потому что даже когда вы начинаете бегать, ну, допустим, просто бежите по парку. Сначала вам хорошо, потом вам становится тяжеловато, вот, и потом, да, у вас идет такой приток. Но если это не сразу, то это нормально. Надо следить за пульсом во время функциональной силовой. Так, посмотрите за пульсом. Посмотрите за пульсом, потому что если пульс поднимается очень высоко, я говорила сегодня об этом, если пульс 80-90 и держится на 80-90% от максимального долгое время, это неправильно. Значит, нагрузку надо менять, значит, сердечно-сосудистая система не готова к этой нагрузке. Нагрузку надо снизить. Скорее всего, это вот связано с просто недостаточной подготовленностью организма. Что можно делать? Не обязательно не тренироваться. То есть, если вам эта тренировка нравится, вы просто пропускаете упражнения, вы делаете больше паузу между подходами. Да? Ну, если это, допустим, подряд, то вы можете снизить количество повторений и увеличить отдых между подходами. Ну, между упражнениями, либо между подходами, либо между кругами. Вот таким образом. Если это не помогает, тогда, в принципе, поменять пока тренировочку
и заняться более легким, последить за функциональным состоянием. Если это происходит всегда, то это вот может связано быть с повышенным давлением. И иногда такое может быть, если вы недовосстановились. Если есть перетренированность, если есть переутомляемость или просто утомляемость, вы не выспались, плохо покушали, или это может быть на фоне общего утомления, допустим, вы сидите на диете, но на самом деле, если вы сидите на диете, такого не должно быть. Ну, как правило, нет. Может не быть сил, но вот именно, чтобы, да, был прилив крови в голове, я думаю, нет. Это нормально, если это связано с какими-то упражнениями, допустим, акробатическими, вы стоите в стойке, да, или вы выполняете тяжелоатлетические упражнения, когда, допустим, тяжелую штангу вы поднимаете, да, во время подхода при концентрации и подъеме максимальных, субмаксимальных весов, это нормально. Ну, потому что это вызывает повышение давления и потом быстро восстанавливается. Вот, надеюсь, ответила. Так, еще есть возможность ответить на пару вопросиков. Пожалуйста, я надеюсь, вам сегодня понравилось. Я очень хочу, чтобы вы написали нам, какие темы вам было бы интересно послушать. И, может быть, нам сделать просто эфир ответов на ваши вопросы. Пожалуйста, я жду вашей активности. Очень хочется быть вам полезной. Очень хочется, чтобы при нашем общении вы от меня получили максимум информации. Не только той, которую я хочу донести, но той, которая нужна именно вам. Поэтому, пожалуйста, вы можете сами составить мою программу нашего общения на следующий месяц, на сентябрь. Я напомню, что в августе мы с вами встречаемся каждый вторник в 19 часов. И у нас с вами будут темы именно тренировок. Мы будем рассматривать тренировки на развитие различных физических качеств. Сегодня это была выносливость. Далее мы рассмотрим тренировки на развитие силы, силовых качеств, тренировки на рельеф, то есть тренировки, направленные на рельеф, на коррекцию фигуры. Вот, такие у меня запланированы тренировочки. Ну, а сентябрь пока еще не планировала, поэтому жду от вас. Может быть, действительно, мы с вами вместе решим, какую тему мы выберем. Нам нужно 4 темы на сентябрь, хочется, чтобы это было максимально полезно. Может быть, у вас накопились уже какие-то вопросы, какие-то темы, связанные именно вот с теми тренировками, которые прошли, да, и, может быть, что-то надо теоретически что-то рассмотреть, я с удовольствием вам помогу. Про питьевой режим. Питьевой режим, значит, во время тренировки не нужно пить специально много воды. Основное правило, особенно при высокоинтенсивных тренировках, круговых и циклических, не должно быть сухости во рту. То есть вы не должны испытывать сильную жажду. И поэтому советуют маленькими глоточками пить. Допустим, вы выполнили, ну, как правило, там не после каждого упражнения, а вот вы круг выполнили, отдыхаете, пьете водичку. Даже если вы отдыхаете с помощью кардио, да, вот то, что я говорила, все равно в этот момент вы можете попить водичку. Не надо пить много, желудок не должен быть полный, потому что когда у вас идут функциональные упражнения высокой интенсивности, вы не можете себе позволить ни есть, ни пить в этот момент, вам будет тяжело, потому что организм работает достаточно интенсивно, ну, иногда даже на пределе возможностей, я имею в виду возможностей функциональных и с точки зрения работы сердечно-сосудистой системы и дыхания. Поэтому, конечно, здесь его кормить не надо, но маленькими глоточками пить обязательно, потому что водный баланс нужно поддерживать. Вы можете просто при интенсивных тренировках, особенно если это силовая интенсивность, если с силовыми нагрузками связано, вы можете очень легко потерять сознание, даже не от того, что у вас дыхание сбилось или душно, а от недостатка воды. Это бывает очень часто в кроссфите, это встречается прям, когда человеку плохо, именно потому, что он не успел вовремя попить. Поэтому, пожалуйста, маленькими глоточками, да, когда есть пауза, там два глоточка сделали, дальше пошли. Лучше предупредить вот эту сухость и резкое возникновение жажды, чем, ну, потом уже будет поздно. Потом надо будет уже пить и надо будет действительно уже отдыхать. Когда вы пьете маленькими глоточками, вы поддерживаете темп тренировки, который в этом случае очень важен. Если вы делаете паузу, то здесь уже получается, что тренировка ваша прошла зря. Ну, по крайней мере, с точки зрения повышения выносливости. Итак, мы с вами заканчиваем. Было с вами очень приятно. Надеюсь,
увидеть вас в следующий... Сейчас попробую сфотографировать. Надеюсь вас увидеть на следующей лекции, в следующий вторник. Напоминаю, что можно увидеть в записи эту лекцию. Если было интересно, помашите. Спасибо вам огромное. До встречи.